Второй забег. Здесь бежит Никита Веснин. Слушайте, Павел Тринкин, 47-37. Никита уверенно ведет этот забег и, скорее всего, будет первый на сходе с виража. Да, так и есть. Никита начинает с 22.38, чуть-чуть похуже, чем у Паши. Но это, я думаю, не... так показать, что зависит от того, как пробежит вторую половину дистанции. Вот пробегает Никита и побеждает в этом забеге с неплохим результатом 47-86, на полсекунды хуже, чем у Паши Тринкина.